40 дней создания плода. Да, 40 дней создания плода. То есть плодом является в данном случае создание в моих ощущениях, восприятиях, осознании, создание некого уже инструмента, с помощью которого я начинаю понимать идею этого сообщества. То есть мое 40-дневное отрицание моего эгоизма, просто вот такое глухое, что называется. Вот я его просто отрицаю для того, чтобы примкнуть к ним. После, включая трехдневную абсорбцию семени, я после этого все время работаю над собой, чтобы отрицать свой эгоизм там, где он показывает мне противоречие с этой системой. И в итоге этого развития, так называемого 40-дневного, его можно проходить и за 5 лет. Это не, мы понимаем, вся эта эволюция, которую мы прошли до этого времени, в бесконечных наших кругооборотах жизней, мы прошли только для того, чтобы быть включенным в эту систему, в этот инкубатор, в эту матку. То есть все это, весь этот процесс предварительный, он даже не принимается во внимание. Он считается как предварительным и к духовному процессу отношения не имеет. Значит, если я в течение определенного количества действий могу себя уже все более и более осознанно прикрепить к группе, к этому сообществу людей, этой интегральной системы, к этому инкубатору, настолько, что все мои движения я пытаюсь, чтобы были вместе с ними, подавляя себя, тогда я начинаю развиваться и развиваюсь до момента, который называется 40 дней. 40 дней – это значит, что в своих каких-то основных внутренних свойствах, желаниях, мыслях я начинаю понимать эту систему. Я как бы от этой системы перенял ее образ, ее модель, и она у меня внутри каким-то образом сформировалась. То есть мой эгоизм, который я постоянно подавлял, подставлял под эту систему, он приобрел такую форму, как эта система. То есть у меня внутри есть моя мини-модель этого окружения. И я тогда начинаю его понимать, начиная с этого момента и далее. Это состояние называется 40 дней. Почему 40? Ну, это согласно духовному уровню. Это не 40 дней, как мы уже говорили. А это уровень бины, свойство отдачи, свойство начала духовных свойств. Если можно... Я обрел первое свойство отдачи, которое существует в этом интегральном сообществе. И тогда я могу уже понимать его и взаимно участвовать с ним в каких-то дальнейших действиях.